Усиленный режим службы в преддверии майских праздничных и памятных дней. Особое внимание Служба безопасности Украины уделяет Одессе. Сегодня там, на Куликовом поле, состоялся смотр личного состава полиции, нацгвардии и пограничников. При патрулировании улиц задействуют и бронетехнику. Силовики опасаются возникновения столкновений между сторонниками и противниками Майдана в очередную годовщину трагических событий 2 мая 2014 года.